Мы занимаемся разработкой и оснащением системы безопасности объектов, характеризующихся массовым скоплением людей, интенсивными пассажиропотоками, то есть это и транспортные объекты, и торговые центры, спортивные объекты, и все, что связано с отраслью и с тематикой безопасного города, безопасного региона. Ну, мы считаем, что тематика безопасности в масштабах региона, страны, городов, она будет приобретать все более высокую актуальность, поэтому мы в этом году решили выступить спонсорами секции «От безопасного города к безопасному региону». И, соответственно, тематика этой секции нам наиболее близка, так же, как, в принципе, и любая другая, которая транспортная безопасность, безопасность спортивных объектов и других. Нам бы прежде всего, как разработчикам программного обеспечения, которое на 100% наше российское, отечественное, хотелось бы, чтобы наше программное обеспечение работало на аппаратных комплексах, которые также изготовлены полностью в России. Здесь на форуме представлены такие участники, мы с ними встретились, провели очень плодотворные, интересные переговоры и с большими перспективами у нас будущее сотрудничество. Три самые важные задачи. Ну, конечно же, это как можно более широкое распространение нашей продукции для того, чтобы она обеспечивала безопасность, потому что на сегодняшний день мы, без лишней скромности скажу, являемся в этой части лидерами отрасли в сегменте технологий распознавания действий в больших толпах при массовых скоплениях людей. Две интересные технологии – это тесно переплетенные технологии видеоанализа. Одна из них – это распознавание действий в сложных условиях, когда на объекте час пик, большие толпы народа. И второе – это некооперативное распознавание личности с помощью систем биометрии. Это распознавание лиц, распознавание эмоций и так далее. Я думаю, что можно ответить «да», потому что мы, с одной стороны, давно с одним из участников этого форума работаем совместно, но в этом году они продвинулись по результативности своих разработок очень далеко, сделали большой качественный шаг, и это можно практически считать новой инновацией. И мы сейчас договорились о дальнейшем нашем совместном продвижении. Из полезных нововведений хочу отметить очень точно структурированную тематику секций, по которым идут доклады и выступления. Они затрагивают как и общие организационные вопросы, так есть возможность доложиться и непосредственно самим разработчикам систем с глубоким достаточно погружением в технику реализации этого дела, чтобы познакомить людей с тем, как это все устроено внутри. И с другой стороны, ТБ-форум – это, наверное, самое масштабное мероприятие в России, где сконцентрированы наиболее передовые технологии, наиболее существенные инновации в отрасли безопасности. И не посетить такой, если компания хочет развиваться, рассказывать о себе, лучшей площадки сейчас не найти.